что, охранник был? Всем привет, с вами Евгеха. Сегодня на нашем канале будет 24 часа челлендж. Со мной Илюха. Привет. И Антоха. Привет. Недавно на ютубе я увидел ролик, в котором ребята провели ночь в батутном центре. Мы решили проверить, возможно ли это сделать. Мы, скажем так, сегодня подтвердим или опровергнем это. Че, вы готовы? Конечно, главное, да. Чтобы не повязали. Эти парни готовы, мы уже готовы. Мы заранее уже переоделись. Почему? Потому что мы сходили, значит, в этот батутный центр чисто на разведочку, узнать, во-первых, сколько у них там что стоит, на самом деле посмотреть вообще на помещение. И узнали, что раздевалки у них находятся на втором этаже, и, скорее всего, эти раздевалки будут проверять администраторы, когда будут закрывать батутный центр. Поэтому мы сразу же переоделись, и поэтому нам не придется оставлять никакие вещи. А обувь мы уберем в рюкзаки. Мы, короче, все продумали заранее, чтобы не было никаких казусов. Че, погнали, ребят? Погнали. Все, выходим, короче, погнали, все. Все. Возьмите мой рюкзак, пацаны. Я себя чувствую Саней Белым просто. Возьми рюкзак мой. Нет. Короче. Сейчас уже время 10 часов вечера. Мы записались на самый последний сеанс игры. Уже опаздываем. Да, мы сейчас уже опаздываем. Буквально на 5 минуточек. Увидимся внутри. Я хочу пошутить, говорю. Погнали, погнали, погнали. Здрасте. Антоха идет самый первый. Антоха, ты очень уверенно идешь на самом деле. Ты знаешь, что сегодня тебе придется сделать сальтуху? Да. Друзья, у нас сегодня будет небольшой опрос, сломает ли Антон сегодня шею. Давайте, вот кто считает, что Антон сломает шею, пишите об этом в комментариях, потому что, может быть, мы и в травмпункт отправимся после всего этого дела. О, где мы, красиво. Здрасте. Мы не записаны, наверное, я не знаю. Нас трое. Мы попрыгать и поснимать. Мы уже были, смотрели у вас тут как что. Нет. У вас есть, у меня нет. А на каждого карта должна быть? Да, на каждого. Обязательно? Обязательно? Это всем 7 опять по новой, да? Нет, почему? Вот уже ваша. Я понял. А что, с тренером? А, я понял. Тренер? Люха, я что-то не понял. Там тренер, да. Так, смотри. Да. Че, разуваемся, да? Да, получается, смотри, как бы, что мы делаем. Не-не-не. Так, мне надо переобуться, подожди. Мысли нет, ничего. Такой прикид у меня, знаете? Я рюкзак не дам. Ты умный вообще самый, да? Да. Ты реально самый умный? Че? Чувак сказал брать всем рюкзаки и пакеты. Это что такое? Если вам нравятся ролики такого формата, и вы хотите, чтобы мы еще сняли что-то, может быть, даже подобное, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайк. Давайте наберем на этом ролике 30 тысяч лайков. Просто потому, что мы решились на это. Не знаю, что у нас из этого получится. Потому что мы очень сильно сомневаемся, что вообще что-то у нас получится сделать. Я пока не знаю, есть ли тут камера. Да, здесь есть камера, я вижу камеру. И что-то вообще никого нет пока. Что мы делаем-то? А? Под этот батут можно залезть, да, я уже нашел вход, но здесь проблема в том, что камера. Я никогда не прыгал, это мой первый раз. Я решил это снять на видео, чтобы мои подписчики видели, как я сломаю свою шею. Давайте! Так, мы что делаем, разминку? Сначала разминку. Так. Сначала шею. Сейчас мы тогда сделаем разминку и вернемся к вам. Илья подумал, что мы пришли в качалку, и когда он увидел турник, он решил подтянуться. Илюха, давай за гантелями. Давай, братан. 187. 188. 189. 190. Давай, давай. Красава, красава, чемпион. Это мировой рекорд. О, Антоха, начни. Так. Иди первый, я поснимаю сейчас. Ты меня поснимаешь, да? Вот этот парень, он тренер. Давай, Люб. Прыгаем на полной стороне, ноги прямые, спину держим ровно, шею ровно, сложим вперед. Да, на прямые. Тебя вели...
великолепно получается, хочу тебе сказать. Чувак, я сейчас улечу. Зачем ты машешь ручками? На центре. Ему это надо было? Зачем ты ушел? И мы прыгаем изначально вверх, а потом ноги поднимаем. Да, сейчас будет. Ноги синие. Смотри, ноги поднимаем, ты когда вниз летишь, а не сразу. Разножку, звездочку, полоту. Не боись. Великолепно. Ты как будто уже родился в воздухе, слушай. Сначала вот отсюда выпрыгнул просто, именно на мат. А в чем разница? Ну здесь ниже, просто попробуешь. Помогите! Носки сейчас будут сниматься. Да? Да, этот поролон снимает дикий. Тебя не жалко. Что это за феерия? Они очень, очень. А? Да-да-да. Ожидание реально. Давай! А, тебя засасывает! Заберись лучше на эту, на стену. Давай, альпинист. Да, давай. Это было нереально круто. Короче, здесь какая-то комната, можно, видимо, здесь спрятаться. Какая-то лестница есть даже. Непонятно, правда, куда она ведет, но что-то там есть. Чердак. Вариант. Но здесь как-то незамеченным просто нереально. Здесь можно. Слушай, я почти сальтуху сделал, чувак. Приближается сейчас X, самый важный момент, когда надо будет прятаться, и все очень волнуются. Посмотрите на этого молодого человека, который ходит туда-сюда и думает, что же сделать, что же предпринять. Что придумал? Не знаю. Короче, когда проходили, там какая-то дверь была. Какой-то зал, я не знаю. Может, туда пробовать зайти. Потому что вот вниз, где ты снимал, там сейчас находится тренер. Там тренеры сидят. У нас есть небольшая проблема. В зале находятся два тренера, и они находятся недалеко от двери, в которую мы хотели зайти спрятаться. Потому что это самый оптимальный вариант. Тут больше негде прятаться. Вообще негде. На видосах, где ребята прятались в батутных центрах, было много мест спрятаться. Здесь его просто нет. И сейчас нужно ждать, пока они куда-то уйдут, и потом мы уже постараемся спрятаться. Проблема в том, что у нас осталось только 10 минут до закрытия батутного центра, и я надеюсь, что у нас все получится. Я очень сильно сомневаюсь. Есть вариант просто на морозе взять рюкзаки и забежать туда, но так как нас трое, это очень сложно. Втроем зайти в одну дверь за секунду. Что происходит? Подожди.
Не туда пошел, Дэвид. Вам туда. Зашли, непонятно куда. Понятно, и это, по-моему, зал для кроссфита. Включи телефон. Пойдем сюда, снимаешь? Да. Короче, там что? Короче, ты снял ее? Да. Я открываюсь, подходит, короче, девушка, говорит, вам куда? Тихо, быстрее прячемся, куда ему давать? Антон, тихо. Включи там камеру, слышишь? Хуйня, не получится, не получится. Все, это, все. Че ты очкуешь, нормально все? Все, сидим тут, блин. Я себя ощущаю бомжом. Ты снял? Бля, так страшно было. Чувак. Она прям на меня посмотрела. Антох, все, сидим. На самом деле, я себя чувствую дебилом. Пацаны. Там же камеры, ебать. Все в камеру. Бля, ничего не видно, Антон. Бля, я не верю. Офигеть, мы были на волосок. Просто на волосок. Во-во-во, вот так вот лучше. Бля, здесь топор есть. Подожди, положи. Короче, мы сидим уже 5 минут. Нам холодно. Тихо. Здесь очень холодно. И сейчас нам просто придется ждать, короче. Нам нужно просто ждать. Ну, не знаю, сколько нам сейчас тут. А? Сколько? Он закрывается сколько? В 11? В 11 закрывается. Ну, еще нет, наверное, где-то еще полчаса. Ну, 40 надо ждать. Я даже подушку не взял, пацаны. А я носки теплые взял. Дай мне? Нет. Блин. Ну, здесь вот так, если зайдут, запалят. Да не запалят, у нас начинает стоять. Значит, мы сейчас сидим в темной комнате. Это прошло зал, уже зал. Прошло уже минут, наверное, 10 пока что. 7 минут. Все. Мы сейчас просто ждем. Не знаю, нам нужно подождать минут 30, может быть, 40, пока тут все уйдут. И потом уже мы попробуем отсюда выбраться. Пацаны, я надеюсь, что комната, в которую мы зашли, ее не закроют. Потому что, когда мы сейчас заходили в эту комнату, девушка сказала, типа, вам не сюда. Илюха, Садов, короче, уже пошли туда, короче. Я такой, пацаны, давайте назад. Она ушла, короче, дальше мы сюда зашли. И сейчас мы тут сидим на полу, рядом с шиной. Ну, неловкая ситуация. Как... Вот она, шина. И сейчас мы просто сидим здесь. Я надеюсь, что они нас не схватятся, потому что мы убрали всю обувь заранее в рюкзаки, потому что мы это предусмотрели. Ведь если у нас останется... Антоха, держи на одном уровне свет. Потому что, ну, если обувь останется, то они стопудово запалят, что мы, типа, ну... Крючки мы не стали брать, да? Да, крючки мы не стали брать из шкафчика, потому что мы, типа, заранее переоделись. Вот. Ну, опять же, все это мы предусмотрели. Мы сначала сходили на разведку, узнали, что тут стоит. Это взял бы на... А? Ты взял еду? Мы жрать нечего, все время взял. Да мы кого тут долго, чтобы будем сидеть? 9 часов. Пацаны, блин. Кого? 10 часов? У меня попить осталось. Я выпил все. Мы съедим тебя. В крысу, ах ты вообще. В смысле в крысу? Я пью, вы ничего не говорили. Он выпил один. Здесь, кстати, очень холодно. У меня уже жопа отмерзает. У меня уже ноги затеклись сидеть на картонах. Тише. Что вообще это спиздили? Что-то мы распазарились здесь. Ну, это все снимут, самое ощущение. Илюха с Антохой, кстати, тоже снимают. Мы, получается, делаем как бы два ролика. Посмотрим, что у них получится. Там в описании будет ссылочка на Twix. Twix Project, так называется наш канал. Да. Ребят, мы, короче, уже просидели тут минут, наверное, 40, да? Делать вообще нечего. Я так и подумал, а почему бы не открыть кейсы? Короче, мы сейчас находимся, сними телефон. Ну, телефон, смотри.
Мы находимся на сайте CSGO Happy. На телефоне. Я никогда не открывал кейсы на телефоне, но так как нам нечего делать, мы подумали, почему бы и нет. И прямо сейчас мы будем открывать кейсы. Значит, давайте начнем с засекреченного. Смотрите, кейс стоит 200... Сколько он стоит? 249 рублей, да? Вот, кейс стоит 249 рублей. Все, смотрите, вот мы... Видишь, да, ты снимаешь, я просто не знаю, тут видно вообще, не видно, ребят. Может, снимаем экран телефона. Все, мы открываем кейс за 249 рублей, посмотрим, что нам с вами сегодня выпадет. Давайте посмотрим. И нам выпадает... Сколько это стоит? Сколько это стоит? Что это такое? 480 рублей, забираем. Это что, нормально? Это пистолет, да. Мы потратили 249, получили 480. Открываем еще кейс. На самом деле, мы понятия не имеем просто, что тут делать, благо ловит интернет. Я уже и ВКонтакте посидел, что я только не сделал. И на ютубчик зашел. Так, это говно. Это плохой скин. 29 рублей. Мы можем продать его, да? Не будем его забирать. Открываем дальше. Давайте откроем несколько кейсов. Мне кажется, что здесь, в батутном центре, нам может повезти, друзья мои, калаш. Опять такой же револьвер, он достаточно плохой. Нам не повезло, мы продаем его. Открываем еще раз. Четвертый раз откроем кейсик. Откроем. Давай. Что-нибудь хорошее, пожалуйста. О, это дорогой скин, он стоит. Он стоит 1600 рублей. Есть. Чувак, забираем. Так, давай дальше. Вернемся на главную страницу сайта. У нас есть еще 2500 рублей. Я думаю, что можно перейти сейчас к тайным скинам. Они стоят... Кстати, этот кейс бесплатный. Вам здесь не видно, но тут написано... Нажми на это место просто на камере, да. Видите, бесплатно написано, да? Открываем кейс. По идее, он стоит 435 рублей. Но это бесплатная попытка. Мы сейчас ее используем с вами. И нам выпадает бесплатный МАК-10. Ну, это фигня, мы его продаем. Открываем дальше. И вот так вот, ребята, вот так вот мы поднимаемся. Пока вы спите, мы открываем кейсы в батутном центре. ССГ. Сколько он стоит? Он стоит 1200 рублей? Да ладно, я думал, он стоит дешевле. Забираем. Забираем этот скин. Давайте откроем дальше. Кстати, сейчас я открою все кейсы и скажу, что я хочу сказать вам. Скажу, что я хочу вам сказать. Так, сними. А, нет, все, фиговый скин. Ладно, открываем дальше. Тише. Я сильно громко говорю, просто... Да, тише, громко говоришь. Тут, короче, вытяжка работает. И поэтому я могу, в принципе, говорить. Меня будет, наверное, не слышно из-за вытяжки. И нам выпадает, нам выпадает. М-ка, чувак, это новая М-ка. Она стоит косарь. Полтора косаря, чувак. 1500 рублей стоит эта М-ка. Забираем ее. Давайте открываем дальше кейс. Я думаю, можно вообще на все бабки открыть то, что у нас тут есть с вами. Мы открываем, и нам с вами выпадает, хамелеон, фигня. Походу, я бомж. Да, у меня, походу, больше нет денег. Я потратил только что все деньги. Давайте посмотрим, что я выиграл вообще. Мои заказы. И мы с вами выиграли. Так, мы с вами выиграли за 1600 оружие, за 1400 и еще за... А получается, так, смотрите, 1400, 1200, 1600 и 500 рублей. Мы, короче, на 1000 рублей с лишним в плюсе. Сейчас я заберу этот скин, вот, заберу. Сейчас, короче, я зайду в Steam. И, короче, что я хочу сделать? Я хочу разыграть на своей странице ВКонтакте, но не скины, а деньги. Тихо. Блин, еще раз. Я хочу прямо сейчас провести небольшой такой конкурс для своих подписчиков на своей страничке ВКонтакте. Я вот эти скины все выведу, но у меня сейчас не грузится Steam. Я сейчас не могу их принять, у меня просто не грузится Steam, друзья. Вот смотрите, подтверждение у меня просто не приходит. Сейчас подтверждение, я думаю, это сделаю потом. Короче, я хочу на своей страничке ВКонтакте провести конкурс для своих подписчиков. Эти скины я выведу и продам. С учетом комиссии я получу примерно 3000 рублей с хвостиком. Ну, в общем, я разыграю 3000 рублей на своей страничке ВКонтакте. То есть будет всего 3 победителя и 3 приза по 1000 рублей. И все, что нужно сделать, это зайти на мою страничку ВКонтакте по ссылке в описании и постнуть этот ролик с моей странички к себе на стену.
и, конечно же, подписаться на меня ВКонтакте, и все, и вы участвуете в конкурсе. Итоги ровно через неделю, и будет 3 победителя, каждый получит по косарю, поэтому заходите и участвуйте. Такой вот мини-конкурс для вас. Ну а что мы тут сидим, у нас время уже 23:51, и я думаю, что сейчас нам нужно будет уже потихонечку выбираться. И смотрите, пришли вещи. Друзья, я вас обманул. Я думал, что у меня не получится забрать эти вещи, но мы принимаем их. Мы принимаем сейчас скины. Мы сейчас принимаем, продолжаем. Давайте примем абсолютно все обмены. Короче, выходим. Тихо, будет сильно ярко. Ну, али, может, внутри не закрыт. Сейчас не очень ярко. Тихо. Давай я туда, короче, схожу, посмотрю. Свет, свет вот здесь включается, здесь никого нет. Даже не верится, да? Короче, я не знаю. Как тут свет включить? А что, давай включим? А где тут этот выключатель? Слышь, Илюха, где второй выключатель? Второй выключатель. Да, я не могу тут включать. Нормально, так. Похож на кенгуру. Ты чё, блин? Тихо, 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 тихо. Чувак, это было слишком громко. Тихо, тихо. Если охранник спит? Здесь же охранник есть, кстати. Пацаны, так-то. Мне кажется, там вряд ли он что-то слышал. Он же в первом зале. Я пробую сделать сальтуху, смотри. Подожди. Давай. Давай, ты же умеешь. Если я сломаю шею... Ребята. Тихо, Антон, блин, ты чё? Антон, если я сейчас сломаю шею... Короче, это сальто для вас, ставьте лайк. Кому? Кому передаешь канал? Маме. Маме. Блин. Убился? Получилось. Я пытался. Получилось. Лёха. Стой. Давай. Супер пируэт от Евгехи, который называется Евгеха Драйв. Смотрите, что он сделает сейчас. Джек, ты пытался? Давай, давай. Во имя Twix Project. Ты что сделал? Тихо. 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 Тихо
Да идет уже. Это что, охранник был? Все, сейчас мы уйдем. Нас немного. Да мы хотели просто видео снять, остаться. Но мы здесь ничего не поломали. Мы ролик снимаем. Да, мы просто видео хотели снять. Ночь, как бы, в зале. Да. А что, где, я не понял, почему мы администрацию как мы тут остались, не понял. Ну так получилось. Ну, мы зашли в зал посмотреть и короче, все ушли. Мы только что вышли из батутного центра, как вы уже поняли, нам не удалось провести здесь целую ночь. Конечно, мы остались здесь на ночь, нам удалось даже немного попрыгать, но нас спалил охранник вообще. У нас была возможность остаться там, когда охранник спалил Илюху. Илюха стоял такой, как бы в центре комнаты, типа с камерой. Мы с Антохой в этот момент зажались в угол. Я Илюхе... Бежали от меня. Я всячески Илюхе подавал всякие знаки, типа нет, нас тут нет. Илюха такой... У тебя конвульсии вообще от страха. Илюха, короче, на меня типа показал, и в итоге мы все вышли, и он сказал, что мне сейчас ментов что ли вызывать? Не, обосрут комментарии. В итоге мы ему... Да ничего не обосрут, чувак. Не, нормально все. Все нормально. Мог бы и не сдавать. Да не, на самом деле все нормально. В этой ситуации как бы было очень сложно что-то как бы предпринять, потому что мы не обговаривали такое. Ну, слава богу, в том плане, мы даже что... не могли предвидеть такой вариант. Да, слава богу. Мы нас... думали, он спит. Он реально, мы когда заходили, этот охранник был похож на того человека, который готов уснуть ночью. Мы думали, что здесь нет охраны, в принципе, ночной. Нам удалось просто уйти без потерь. Вот Антон с нами. Антон с нами. Шею никто не сломал. Если вам понравился этот ролик, вы хотите увидеть еще какой-нибудь ролик 24 часа челлендж, то пишите, где вы бы вы хотели это увидеть. Пишите об этом в комментариях. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, конечно же, подписываться. Также не забудьте про конкурс на 3000 рублей, который проводится на моей страничке ВКонтакте прямо сейчас. Он будет длиться одну неделю, итоги будут на моей страничке тоже. На этом все. Всем спасибо, всем второе пока. Второе видео у нас. Че у вас? Ты не сказал. Че у вас? Второе видео. Ты не сказал продолжение. Кто эти люди? Бич. У ребят на канале продолжение. Ну как продолжение? Они тоже снимали свою версию. Если вам интересно, можете зайти на их канал, посмотреть. Ребят, у нас качественнее. Подписаться, поставить лайк. И лучше. Поставить комментарий. На этом все. Всем спасибо, всем пока.